Надежда – мой компас земной. В поселке Актау открыли новый сквер «Надежда». К торжественному событию был организован праздничный концерт. В новом парке собралось более 100 жителей поселка. Продолжит наш корреспондент. Открытие нового сквера для жителей Актау оказалось приятной новостью. На торжественное открытие парка пришли как взрослые, так и самые маленькие актауцы. По словам организаторов, парк «Надежда» построен под руководством корпорации «Казахмыс». Во время мероприятия собравшиеся выразили, ну а столь памятное событие продолжилось концертной программой.